20 невероятных фактов, которые больше похожи на ложь, чем на правду. Факты, как известно, вещь упрямая. Особенно это понимаешь, когда читаешь что-то такое, что совершенно не укладывается в голове, но тем не менее действительно существует. В этой подборке собраны именно такие интересные факты, которые больше похожи на ложь, но являются правдой. На вершине Эвереста есть морские ископаемые. Дело в том, что эта гора сформировалась 30 миллионов лет назад на дне Древнего океана. Сегодня там можно найти множество морских ископаемых, например, таких как трилобиты. Сатурн мог бы плавать в воде. Суммарная плотность Сатурна является меньше, чем у воды. Так что если бы существовала достаточно большая ванна, чтобы поместить его, Сатурн будет плавать. Существуют подводные водопады. В некоторых местах стыкуются участки океана разной температуры. Так как холодная вода тяжелее теплой, она падает вниз. Водопад в Датском проливе, находящийся между Гренландией и Исландией, является самым крупным подводным водопадом в мире. Япония до сих пор является империей. Япония – последняя страна в мире, формально сохранившая титул империи. Японская императорская династия никогда не прерывалась. Правящий сегодня император Акихито – прямой потомок первого императора Дзиму, основавшего Японию в 711 году до нашей эры. В этом году Японии исполняется 2672 года. Байкал – самое древнее озеро в мире. Наш Байкал – рекордсмен по многим параметрам, но вот возрастом он, пожалуй, выделяется сильнее всего. Все дело в том, что обычно озера живут около 15 тысяч лет. Байкалу на сегодняшний день уже 25 миллионов лет. Тигры тоже бывают умственно отсталыми. Это Кенни. С ним никто не хотел дружить, потому что он умственно отсталый тигр. У него деформированный нос и клыки, из-за чего Кенни трудно дышать, и у него не до конца закрывается пасть. А еще из-за неправильного строения костей он хромал. С момента своего рождения в 1999 году Кенни жил в зоопарке города Бентонвиль в Арканзасе. Великие пирамиды двигаются. Из-за движений земной коры древнеегипетские пирамиды переместились на 4 километра к югу от того места, где они были построены около 5000 лет назад. Самый умный человек в мире поступил в университет в 4 года. Ким Ун Ён родился в Корее в 1962 году. К 2 годам он уже говорил на 5 языках. В 3 года постиг концепт алгебры и имел понятие дифференциального исчисления. В возрасте от 4 до 6 лет Ким был студентом в университете Ханьянг. В возрасте 7 лет он получил приглашение на работу в НАСА. В конце 19 века кокаин свободно продавался в аптеках. В 1880 году кокаин входил в состав многих лекарственных препаратов, которыми лечили простуду, неврологию, головные боли и бессонницу. Резинки для денег обходятся в 2500 долларов. Характер доходов наркобарона Пабло Эскобара заставлял его иметь дело с огромным количеством наличных денег. Их было настолько много, что Эскобару приходилось ежемесячно тратить 2500 долларов только на резинки для перевязывания денег. Рост человека меняется в течение дня. Это связано с тем, что во время дневной активности хрящи между нашими позвонками сжимаются и рост немного уменьшается. А ночью, во время сна, тело восстанавливается и вытягивается. Железо может стать газом. Насколько бы удивительно это ни звучало, но железо тоже может переходить в газообразное состояние. Для этого его нужно нагреть аж до 50 тысяч градусов по Цельсию. ВД-40 называется так потому, что первые 39 попыток его создания были неудачными. А еще ВД-40 так и не был запатентован, чтобы избежать раскрытия его ингредиентов. ФБР без оружия. Это звучит странно, но право носить оружие агенты Федерального бюро расследований получили лишь спустя 26 лет после его основания. Гиппопотамы – самые опасные животные Африки. Самцы гиппопотамов очень агрессивны,
Они часто преследуют своих жертв даже на суше и могут развивать скорость до 48 км в час. Ежегодно гиппопотамы убивают в Африке больше людей, чем львы и крокодилы вместе взятые. Существует патологическая боязнь богатства. Оказывается, среди многочисленных фобий есть и такая. Она называется плутофобия. А еще есть аурофобия – боязнь золота. Чистые пруды когда-то были заполнены помоями. До 1703 года чистые пруды в Москве назывались погаными прудами. До включения прудов в состав имени князя Меншикова и очистки в них сбрасывались отходы располагавшихся неподалеку мясных лавок. Отпечатки пальцев коал идентичны человеческим. Несмотря на то, что строение кистей и пальцев у коал совершенно другое, нежели у нас, их отпечатки пальцев практически невозможно отличить от человеческих, даже под микроскопом. Саудовская Аравия импортирует песок из Австралии. Казалось бы, зачем государству, которое расположено в пустыне, покупать песок и везти его с другого конца света? Все дело в том, что песок, которым покрыта Саудовская Аравия, ужасно низкого качества и попросту не годится для строительных работ. Золото можно получить из обычной морской воды. В тонне самой обычной морской воды из любого океана содержится около 7 мг золота. Ну а всего в мировом океане прямо сейчас плавает больше 10 миллиардов тонн золота. Ну что, дорогие мои, все в мировой океан за золотом, если, конечно, вы не страдаете аурофобией. А пока, всем пока!